Отремонтировали очень много мы дорог. Сделали межпоселочные дороги, поотремонтировали. Планируем в 2017 году продолжить этот. Отремонтировали мы 4 моста. По освещению тоже сейчас мы уже запускаем. Я думаю, в январе уже у нас будут гореть 3 улицы. На Певче мы, люди к нам обратились с просьбой, у них была аварийная дорога, то есть там были большие очень канавы, до них невозможно было приехать скорым, мы и уехать на работу. Мы своими силами, опять-таки, большое спасибо нашим людям, которые откликнулись, взяли лопаты, ведра и пошли засыпать эти канавы, делать дорогу. Отсыпали мы дорогу, люди нас поблагодарили, нам благодарны за это. Хочу поблагодарить местных жителей Троича наших, которые откликнулись и выходили на все наши субботники, которые мы их приглашали. То есть у нас порядок во всех поселках. Обочины у нас все покошенные, убранные, деревья у нас по трассе выбелены. Я считаю, мы добились больших результатов с порядком наших поселков. И я благодарна этим людям, которые нас поддерживают и поддерживают этот порядок, который мы навели. Провели большую работу, конечно, и вырубку поросли. Люди нас за это благодарят, говорят спасибо, но это все сделано ихними руками. Это очень хорошо, когда люди понимают и сотрудничают вместе с администрацией.